В нашей стране прошло важное политическое событие – это проведение референдума. Для меня, как для молодого человека, это событие произошло впервые. Хотел ответить важность проведения референдума. Она, я думаю, даст старт большим масштабным изменениям в нашей стране. В целом, я считаю, что это была проверка своеобразная на политическую активность нашего населения. В целом, хотелось бы сказать, результаты хорошие. По явке избирателей по Акмолинской области это 73% проголосовало. Не оставаться в стороне от проводимых в республике политических кампаний – долг каждого казахстанца. По словам наблюдателей, 80% населения было осведомлено информацией о референдуме. По Акмолинской области на избирательных участках присутствовали представители разных партий. Ну, большинство, конечно, составила партия «Аманат». Вот, также был центр это непартийного наблюдения. В целом каких-то крупных нарушений не было. Ну, были люди, которые, например, вопрос был по открепительным талонам, согласно закону, они должны были брать открепительные талоны заранее. Были люди, которые пришли день в день, хотели взять эти открепительные талоны на месте, им не выдали. Ну, соответственно, как бы были возмущения в этом плане, но мы должны действовать согласно закону. В целом по стране проголосовало 7 986 293 человека. Это 68,6% населения. По официальным данным, количество граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса во всех регионах страны, составляет 77%. Айгерим Бегенова, Медет Кайркенов, Рахат Жумабек, Кокшиакпарат.